топ-10 самых страшных наказаний за супружескую измену для женщин. Здесь подборка жестоких наказаний за супружескую измену, которые были зафиксированы в разные времена, причем некоторые из них используются и сегодня. Первое место. Турция. Если становилось известно об измене, с женщиной обходились довольно жестоко. Сажали в мешок вместе с кошкой и били цепями, стараясь попасть по животному. До тех пор, пока женщина не умирала. Второе место. Корея. Изменницу заставляли пить уксус, пока она не распухала, словно барабан. Затем колотили палками, пока не наступала смерть. Вот такая музыка. Третье место. Америка. В некоторых племенах, которые жили когда-то в Америке, была следующая процедура. Обнаружив изменницу, ее бросали к ногам вождя, дробили кости, рубили на части и всем обществом употребляли в пищу. Четвертое место. Пакистан. В этой стране по законам шариата женщину, которая изменила своему мужу, могут приговорить к смертной казни через повешение. Пятое место. Африка. В Африке есть небольшое королевство Луанга, где существует обычай сбрасывать любовников со скалы. Порой бросают только женщину. Результат известен. Шестое место. Сиам. Виновницу помещали в специальное приспособление, фиксировали и приглашали слона. Понятно, что после такой встречи женщина не выживала. Седьмое место. Северная Бирма. В этой стране девочкам с детства одевают на шеи специальные кольца, которые эти самые шеи удлиняют. В случае измены с виновницы немедленно их снимают. Понятное дело, что деформированные позвонки делают из женщины инвалида или приводят к смерти. Восьмое место. Афганистан. Переходное правительство в этой стране восстановило полицию нравов, которая действовала при талибах. За измену женщину здесь ждет 100 ударов палкой и тюрьма. Девятое место. Новая Гвинея. У папуасов до сих пор существуют жестокие обычаи по поводу любовников. На этот раз убивают мужчину, а перед казнью он должен съесть палец своей любовницы. Будете там, посматривайте девушкам на руки. Десятое место. Иран. Уличенных в неверности женщин побивают камнями в то время, когда мужчины могут отделаться всего лишь порицанием. Поговаривают, что в Иране с 1990 года существует закон, согласно которому женщину за измену может убить родственник мужского пола без всякого суда. И не обязательно это будет муж. Конечно, приятно с облегчением выдохнуть и сказать себе, мол, как хорошо, что я живу в своей прекрасной стране, где это варварство давно кануло в лету. Однако не стоит забывать, что в порыве ревности люди могут повести себя безрассудно. Так что соблюдайте такт и берегите своих близких. Подписывайтесь на канал и не пропустите новые ролики на самые интересные темы.